Глава двадцать вторая Я никогда не понимал, что там видит она в этих кусках стекла, какими свойствами наделяет их и почему всюду их одушевляет. Впрочем, нет. Однажды я кое-что увидел и, может быть, кое-что понял. Профессору исполнялось 94 года, дата не круглая и, судя по его состоянию, вполне преодолимая. Но все же в этом возрасте, как ни крути, любая дата может быть закруглена в любую минуту. Юлия настаивала на грандиозном празднестве с речами, торжественными адресами от множества разных музыкальных академий и телевизионными наглецами и невеждами, способными затоптать любой праздник. Однако буквально за месяц до события таинственное исчезновение Страдивари было вполне буднично раскрыто бостонской полицией. Эднина Пассия, этот усатый прохвост из мексиканской глубинки, который года два состоял у Юлии то ли садовником, то ли мальчиком на побегушках и так скоропостижно уволился, был пойман на границе с бесценной скрипкой в грошовом дерматиновом футляре. Дело завертелось с изумительной скоростью. То, что он был любовником Эдны, выяснилось буквально на первом допросе. А вскоре в соплях и рыданиях она призналась, что беременна. К тому же из нее моментально вытрясли, что она и навела этого темного типа на дедову скрипку. Откуда бы ему знать, сколько может стоить эта деревяшка в том странном высокомерном мире, куда его и на порог не пускали? Голубчики собирались смыться не помню куда, и это уже не важно. Несколько недель семейство пребывало погруженным во мрак. Потом выплыли ради крошки уже выращенной и крошки будущей. Все, скрипя сердце, перемирились, но большое празднество было отменено, и взамен для десятка ближайших друзей сняли небольшой зал в итальянском ресторане в Ньютонвилле, неподалеку от дома. Вот кто повеселел при этой новости несказанно, это мое бедное дитя. Говорю «бедное», потому что помню ее необъятную мрачность в день, когда впервые мы навестили Метлицкого. Я был в настоящем смятении от того, каким отрывистым голосом Анна бросила мне «домой», и мы собрались в минуту и чуть ли не бежали, как швед под Полтавой. Помню наше молчаливое возвращение и то, как уже всходя на крыльцо, она вдруг сумрачно проговорила. «А труп изобразить — это чепуха! Чепуха, балаган! Я тоже умею!» И я шутливо отозвался. «Только не при мне, детка, пощади! Не при мне!» Я проклинал себя тогда последними словами. Зачем, зачем поволок ее к профессору, да еще на суд нетерпимой Юлии, а главное, какое право имел взваливать на нее непосильную задачу? Мне, идиоту, казалось, что Анна подавлена своей неудачей. Сейчас мне ясно, она была подавлена именно своей удачей. Но довольно я не об этом, и не мое жалкое дело разбираться в дарах небес, которые она волокла на себе, как вериги. Итак, Метлицкому исполнялось 94, и Анна, радостно возбужденная от того, что Страдивари нашелся, вдруг заявила, что хочет сделать профессору подарок. Что за подарок? Конечно же, зеркало. Зеркало, удивился я. Ты уверена, что ему нужно зеркало? «Уверенно», — сказала она твердо и убежденно. «Этот дом абсолютно не защищен. Мы запрем его на все замки от любого зла». И я на это промолчал. Но когда вечером предложил заехать в ближайший хозяйственный магазин и выбрать зеркало, или где там они могут продаваться, она даже отшатнулась. «Я что, сошел с ума?» Не думаю ли я, что человеку в дом можно внести любое зеркало? Да еще плебейское магазинное стекло, каким торгуют на каждом углу. Тогда я заткнулся, хвала небесам за остатки сообразительности в этой сивой черепушке. Нет, она, разумеется, сама закажет. Известно где, в зеркальной мастерской Эдварда в Монреале. Она работает с ним уже много лет и полностью доверяет. Именно то зеркало, которое нужно профессорской гостиной. Над камином. Только Эдвард способен все сделать за короткий срок по ее заданию и отправить с посыльным. Мне поручили снять размеры, и я это проделал, смущенно и таинственно посмеиваясь под недоуменным взглядом профессора, балансируя на шатком табурете времен войны Севера и Юга, и на все вопросы прикладывая палец к губам. Накануне торжественного ресторанного сборища зеркало, как и было назначено, доставили прямо в дом к Медлицкому. Он уже стоял, одетый, как на концерт, в смокинге, ослепительной сорочке и в бабочке. Посыльные внесли огромный прямоугольный ящик. Анна расписалась и сама приступила к распаковыванию, распеленованию заветного младенца. Наконец, последняя пелена спала. Все умолкли. Не понимаю, каким образом этому куску стекла удалось вобрать в себя гостиную профессора со всеми надоедливыми столиками, подносами, канделябрами, шкатулками, диванами, креслами и коврами, да еще прихватить боковым оберегающим отражением прихожую, и даже, что совсем невероятно, через небольшое зеркальце в холле отразить угол входной двери. Этот завораживающий фокус проделала моя зеркальная девочка. Кроме того, оно, это зеркало — Обладала некой дополнительной глубиной, зеленоватой, влажной глубиной, исполненной такой подводной тишины, что я бы не удивился, если бы там, за нашими спинами, проплыла, вильнув хвостом какая-нибудь призрачная рыбина. Это зеркало дышало, клянусь всеми богами. И, главное, не только раскрывало гостиную, но и придавало ей театральную значительность торжественную значимость, равную и достойную долгой жизни нашего именинника. Рама была обычной, темно-вишневой, почти незаметной. Боже, зачарованно проговорил профессор, какой я болван! Почему никогда мне не приходило в голову повесить тут зеркало? И умница Юлия торжественно ответила. Оно всегда тут висело. Просто ты его не видел. А я стоял и думал. Никогда, никогда у нее не было своего дома, чтобы украсить его такими зеркалами-оберегами. Неужели так и не будет? И моя любовь, сердце защемило такой тоской, Словно она не стояла рядом со мною, а была уже далеко, невозвратимо далеко. Ее равнодушие к месту обитания всегда приводило меня в недоумение, а иногда и в настоящую растерянность. Особенно если перед нашей встречей я старался, рыскал по интернету в поисках какого-нибудь праздника, необычного, уютного местечка. Нет, не так. Неравнодушие, а совершенное благодушие, равно одобряющее любой угол. Церковая бродячая покладистость. Если я гордо распахивал перед ней дверь в нашу комнату на очаровательной старой вилле под Флоренцией, с винодельней и конной фермой неподалеку, и спрашивал «Ну как?», она с радостной готовностью отвечала, как послушный ребенок. «Здесь великолепно!» И с той же радостной готовностью произносила ту же фразу на пороге какого-нибудь случайного третьеразрядного мотеля на границе Бельгии и Голландии, где свалила нас дорожная усталость. «Здесь великолепно!» «Что здесь великолепного, чудище!» — обиженно орал я цыганенок, шушера цирковая. Возможно, это город Гурьев поднимался во мне в полный рост в такие минуты. Хотя однажды мне повезло затащить ее и правда в волшебное место, которое привело ее в неописуемый детский восторг. Это было в Карловых Варах, Грандотель Пуп, помпезный XVIII век — Пышная барокко, увитая липниной и золочеными арабецками чугунных перил, ангелочками с арфами по фронтону. Что-то у них не сложилось с моим заказом относительно дешевым, хотя и все равно невероятно дорогим номером на двоих. И, извиняясь и улыбаясь, тасуя электронные карточки ключей, мне объяснили, что вынуждены поместить нас в грандсвиту «Дворжек», — кивок на мой футляр, — по теме. «Черт с вами!» — сказал я мысленно. «Свита так свита, дворжик так дворжик». Это оказались две высоченные танцевальные залы. По лепным небесам потолка велись гирлянды листьев и выпуклых алебастровых роз. Чьи-то попки перемежались с грудками, ленты и цветы велись меж чьих-то ножек, и вся эта небесная вакханалия крутилась вокруг низко свисающей хрустальной люстры. Тонконогая танцевальная итальянская мебель хоть сейчас готова была пуститься в кадриль. Неплохие старые картины в золоченых рамах и рисованные портреты Мендельсона, Шопена и Сметаны меланхолично смотрели со стен в углу гостиной залы огромным кубом сливочного масла сияла обливными изразцами старинная печь с двумя навеки запертыми бронзовыми задвижками. Поверх ее крыши, причудливо загнутой на манер китайских пагод, забавник-кондитер накрутил на вертел целые букеты изразцовых кремовых роз и лилий в плетеных корзиночках отошел, оценил, прищелкнул языком и выдавил из тюбика последний трепетный листик. Я распахнул высоченную дверь и вышел на балкон. Выпуклая его корзина сплетена была из чугунных разлапистых листьев, а из двух колонн по краям плавно вырастали две кариатиды мужеского и женского полу. На головах у них покоились две кудрявых капители, как корзины с фруктами. Оба, закинув руки за голову, заглядывали себе под мышку. Мужик с несколько брезгливой гримасой на бородатом лице, а греческая девушка в тунике, между крутым подбородком которой и острым соском небольшой груди уже колыхалась снежная паутинка, застенчиво и даже виновата я облокотился на перила. Внизу, по променаду, вдоль дымящейся теплы, медленно шествовали сразу пять задраенных в черные платья и черные платки арабских жен, и через плечо я обронил, что сам пророк Мухаммад, очевидно, велит устраивать на здешних водах грандиозный трах. Мы бродили по двум просторным залам, поверженные всем этим дворцовым великолепием, включая и выключая торшеры и лампы, рассматривая рисунки, заглядывая в платяной шкаф, обнаруживая то специальный сейф, то еще какое-нибудь дополнительное таинственное приспособление. Для чего? Напоследок заглянули в ванную. Она оказалась под стать апартаментом огромной, мраморной, чуть мрачноватой, стилизованной под римскую купальню. Вдоль длинной комнаты тянулись зеркала, пригвожденные к стенам бронзовыми светильниками. «О, -о — сказал я, — вот тут, после письма Цезаря, надо со вскрытыми венами отходить к вечному сну». Она остановилась перед мраморной панелью с двумя мозаичными умывальниками, на которой стояли корзинки, полные пахучей банной дребедени и свечи в бронзовых подсвечниках. Взглянула в зеркало и весело, возбужденно воскликнула. «Боже, что там творится? Какой разврат! Ты представить не можешь!» Я обнял ее сзади, привалил к себе и тихонько спросил. «Что, римские утехи?» Она засмеялась. «Да». Едва-едва, как бы рассеянно отзываясь в такт моим поглаживающим рукам, воровато и быстро стянувшим с нее свитерок. И, как всегда, внезапно теряя силы, как в обморок падала. «Да». «И вот это?» — спросил я, губами ощупывая горячую голую шею, а руки мои уже привычно, как по клапанам фагота, бежали по пуговице и молнии ее джинсов. «Да!» — поплывшим зыбким стоном. «И это?» «Да! Да!» «А вот это?» И температурным своим пересохшим голосом вновь и вновь, и все ритмичней и яростней. «Да! Да! Да! Да!» Мгновенная с полузвука настройка двух инструментов в годами слаженном дуэте — Краткая перекличка, два-три нащупывающих такта, и понеслась Аллегра Вивачи, мелодия сладостная, проникновенно прекрасная, даже если знаешь ее на зубок. В этом она всегда была необычайно музыкальна и дирижирование всей пьесы я оставлял на откуп ее чутким бедрам, которые едва заметно могли указать струнным замедлить и перейти на дажу или даже на ларго, а тут широкими свободными штрихами, где стаката, а где легата, обыграть эту неожиданную тему у духовых и дать отыграть виртуозное соло фаготу. И пусть он поддержит фермату, невесомо длящийся миг, особенно перед кодой, которая, ты знаешь, накатывается уже стремительно и неудержимо, и вот, вот, и вот сейчас на заключительных тактах тутти всего оркестра. В этот миг я перевел взгляд с ее немыслимо прогнутой смычковой спины в зеркало и вдруг понял, что играем мы не дуэтом. О нет, то был квартет, и пара в зеркале двигалась чуть иным ритмом, запаздывая на долю мгновения, как бы зеркальным эхом повторяя и запоминая малейшие движения наших рук, животов, бедер, сосков. Так значит, партитура была сложнее, чем я думал. И даже, кажется, музыкант в зеркале, наглый сатир в распахнутой в попыхах на седой груди недорастегнутой рубашке, подмигнул мне в партнерском рвении попасть в такт. Но изнурительно долгая ронда уже мчалась к финалу. Дыхание, физическое напряжение музыкантов сосредоточены были на последнем, мучительно блаженном восходящем пассаже фанфарные удары медных, мощь заключительного аккорда, томительно угасавшего в ядрах тел еще несколько мгновений. Затем краткий миг тишины. И я включил шум аплодисментов в великолепном итальянской сантехникой оборудованном душе.